Красной Армии. Быстренько теряет шайбу хозяева. Зыков. Пас. О, какой зевот. И гол. Как же так? Безответственно играл. Янченко, а? На кого же он смотрел? Ну, подключился защитник, вышел один на один с голкипером и преспокойно с ним разобрался. Это не защитник, это был Сурин, Егор Сурин. За 5 минут и 23 секунды первая шайба в воротах Андриянова. Не повезло вратарю, и молодец Сурин. Успел протолкнуть шайбу в притирку с ближней стойкой от голкипера. Вот он на гребне успеха вновь устремился вперед. Павлу Баулину впору тайм-аут брать. Передача только... 59-й Ярослав.